Работы ведутся по плану. На улицах и дорогах наводят чистоту. Там, где это необходимо, ремонтируют проезжую часть и тротуары. Приводят в порядок газоны, а на клумбах высаживают цветы. Специалисты убирают незаконно установленные рекламные щиты, чистят и русло реки Мацеста. Работы практически завершены. Осталось вывести мусор. Глава города пообещал повторная проверка на следующей неделе. Часть объектов торговли переедут на новые места. В основном это касается ярмарки выходного дня. От железнодорожного вокзала ее перенесут под эстакаду. Сейчас там готовят новую площадку. Предприниматели и жители микрорайона против переезда ярмарки не возражают. Об этом шла речь во время беседы с Анатолием Пахомовым. В ярмарках, в принципе, сочинцы нуждаются, поэтому здесь будет на постоянно организована ярмарка. Вывод. Те, кто хочет вложиться и остаться здесь, я вот сказал, пожалуйста, оставайтесь, делайте это хорошо. Планируйте сразу, чтобы была нормальная парковка, чтобы там на проезжей части не стояли машины. Этого не будет. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, что у нас есть такая ярмарка, на которой мы можем себе и фрукты подешевле купить. На новом месте ярмарка будет находиться постоянно. Там создадут всю необходимую инфраструктуру. А предпринимателям сегодня разрешили обустраивать торговые места. Добавлю, что сейчас ведется ремонт и жилых домов микрорайона. На одной из пятиэтажек по улице Чекменева строители меняют кровлю. А еще недавно по просьбе жильцов мэрия сделала здесь новую детскую игровую площадку.